Еще раз всем привет, привет. Привет. С вами Светлана, да? Гюльбера, ты хорошилась для фотографий? Мои уважаемые друзья, посмотрите, что сегодня на моем балкончике, мои цветочки. Бедные мои цветочки. Ой, видите, оказывается, тут все попадало. Я не заметила их. Все, надо сейчас их спрятать, моих лапулечек. Только сейчас вышла на балкон. Посмотрите, посмотрите. Ой, все поломалось. Кошмар. Как я еще их спасала вчера. Что творится, видите? А моя эта гвоздичка поломалась, и я ее воткнула вчера. Летела все только так. Посмотрите. Смотрю сейчас на балконы соседей. Они сейчас только занавески повесили. У них все повыл. Вон зонты. Зонты у многих испортились тоже. Наш зонт, конечно, жалко, что так все произошло. Ну вот наши цветочки. Вы видите, я хожу в таких. Все надо мыть, но сегодня не буду этим заниматься, потому что еще дождь. Вот такой страшный стал мой балкон, как после военных действий. Вот наша, наш Мерсин. Ну а эти выдержали натиск. Сейчас поставлю их. Так все красиво было, да? Так красиво было. Этот вчера цветочек успела забрать с той стороны. Он скоро будет цвести у меня. Всем привет, друзья мои! С вами я, Светлана Та. Что творится у меня на балконе, вы видели. Вчера я вообще была никакая погода, была ужасная. Сегодня у нас солнышко вышло. И я выхожу, одела перчатки и выхожу на балкон. Надо что-то приводить в порядок, не так ли? Эти сейчас ковры. Все уберу и буду мыть балкон. Ну, а вы будете наблюдать, что буду делать. Ну, прежде всего, сегодня я привела себя в порядок. Такой срач у меня, такой срач вообще. Я даже не знаю, с чего начинать. Посмотрите. Видите? Солнце светит, все уже сохнет. Даже не знаю, с чего начинать. Наверное, надо, скорее всего, с этого стола, чтобы мы его перенесли на кухню уже. Ну, смотрите, наблюдайте. Oh,
Ну все, пошла я готовить ему кушать. Закончили мы дела. Посмотрите, какой у нас чистенький балкончик стал. Сейчас этот стол на кухне, я его поставлю. Что я сделала? Я сегодня посадила вот эти мои поломанные цветы. И этот пересадила. И вот этот пересадила с маленького горшочка. Все остальное вот сюда поставила. Пустые горшки там освободились. Видите, как? Вот. Этот у меня остался пустой горшок. Остальные три заполнила. И вот решила. Вот не знаю, вот этот цветочек оставить здесь или пересадить тоже в большой. Вот смотрите. Оставила. Здесь так красиво у меня стало. Так, и здесь вот поставила. Надеюсь, что они не вылетят у меня. Не улетят. И сюда воткнула, посадила. В общем, вот так вот. Сейчас это тоже уже вечереет, солнце заходит, все надо это забирать. Высохла, это стирка на завтра. Все буду перестирывать. Очень много стирки. Сейчас займусь кухней. Но прежде чем заняться кухней, у меня сегодня по диете целый день кушать салат. Вот такую миску себе сделала на весь день салата. Там огурцы, помидоры, но я решила добавить чуть-чуть. Вчера у меня была курица 1,5 кило, но я только съела 2 ляжки, смогла его за целый день. Чтобы сильно сказать, я не похудела, но сильно худеть я и не хочу. Сильно очень вредно худеть. У меня вот 5 кило, лишь бы вот осталось, и буду также контролировать. И можно также продолжать эту диету по желанию, как я показала вам. Также питаться, и можно еще похудеть. Все от моего желания. Ну вот так вот у нас получилось на кухне. Стол перенесли сюда, теперь буду утром кофе пить я здесь, потому что уже погодка не позволяет. Накидки я сейчас сняла, все перестираю, и будет у нас уютненько. Вот о чем я хотела поделиться с вами. У меня, я варила вчера вот курицу, и у меня был такой бульон хороший получился. Это уже 2 тарелки я спрятала вот в холодильник, а сейчас вот 3 еще осталось. Это очень удобно. Если у вас что-то остается, вы готовите много. Вот завтра я буду готовить мясо, отваривать. Сегодня на ужин ашкему вот фасоль. Видите, как удобно, когда все у меня большими порциями отварю. И спрячу в морозилку. Сейчас быстренько раз-раз лук пережарю с томатной пастой, брошу и все. Будет сегодня без мяса, потому что вчера ашкем ел, я ему сделала суп куриный. Сама я отварную курицу ела, а вот завтра у нас будет вот такое вот мясо отварное у меня по диете. И Сашке вам поделюсь, естественно, косточкой мясной. Так вот, сейчас оно мне постоит, я его ножичком так подену и в пакетики, и в холодильник. Морозилка у меня заполненная, мы все покупаем, покупаем, как будто, смотрите, негде, у меня тут все есть. И праса я так наполовчилась, я вам показывала, да, праса. Мы купили много, не праса, а праса здесь вот есть у меня замороженная. Это испанак, шпинат. Вот такие вот у меня получились. Я их спрячу, и когда суп или какое-нибудь блюдо вкусное, мы вот я брошу. Вот смотрите, бананы, чтобы не испортились, тоже их заморозила. Тут у меня вот вишня, фрукты, ягоды. Все переполнено, видите? По чуть-чуть. Вот горошек остался. Вот кусочек фарша, потом можно котлетки. Вот курочка, вот печенка. Вот еще курочка. Здесь что я спрятала? Ну-ка посмотрим. А здесь укропчик. Укропчик у меня, вот видите, тоже положила. Тут еще вареники есть с мясом. Ну, заполненная морозилка. Сейчас еще добавлю это. И все. Не страшно нам со шкемом. Сделаю скоро на днях тесто. Вот пицца осталась еще. Я же не кушаю. Вот так вот ее положила, разогреваю. Это очень удобные шницели. Вот заполненная у нас, заполненный холодильник.
Пойду покажу вам, как я пользуюсь шваброй. Одна из моих подписчиц, Мадина из Ингушетии, попросила меня показать, как я пользуюсь. Вот, смотрите, очень удобно. Опускаю сюда, и вот здесь у меня есть педалька. Я на нее нажимаю и в руке просто придерживаю. И смотрите, она как выжимает. Видите? И очень хорошо выжимает без воды, сухая швабра. Еще раз показываю. Кладу сюда, придерживаю слегка в руке. В руке вот так придерживаю. Смотрите, сейчас она будет крутиться у меня. Вот. Видите, я сначала так держала, и мне чуть не поломала. А потом приловчилась ножкой. Вот так вот я пользуюсь своей шваброй. Очень удобная, очень довольна. Вот такой красивый салат я кушаю. Витаминный салат. Ну а вытяжкой там занавески сейчас удлиняет. Припахала его. А здесь, смотрите, вот я бросила бульон. Здесь у меня фасоль, и она будет на маленьком огне. Потому что вчера не сообразила вечером. Вот будет так она сейчас он у меня все. Приходи чувство. Вот так вот я готовлю. Такой ужин сегодня я приготовила мужу. Мне кажется, ему понравится, очень вкусный. Поделилась своим салатиком. И он сегодня заслужил у меня такую вкусняшку. Чаек вот поспевает. Будем пить чаек со шкалом. А всем приятного вечера, отличного настроения и крепкого здоровья. Мои лапулечки. Какое кофе-капучино мне приготовил мой Ашкым. Аферин, Ашкым. Вот я, благодаря этой машине, вот он мне каждый день готовит это кофе. Я говорю, что я не умею с ней обращаться. Приятного всем кофе-питья. Сидим, смотрим сериал. Ашкым рядом сидит, тоже пьет. Сейчас будет он кушать яблочки, грушки. Уютно, хорошо. И вам приятного вечера. Всех вас люблю, мои хорошие.